Здравствуйте, друзья! 2 и 3 сентября 2020 года мы с Ириной посетили великолепнейший отель, очень уютный, The Wharncliffe, город, который находится в городе Скарборо. Но это не только отель, это как маленький музей. Хозяин Дерек и его жена Ан. Первое, что меня поразило и рассмешило, что когда у него я спросил, какой у вас пароль на Wi-Fi, он ответил 26 сосисек. Меня вызвало это смех. Но потом, когда он рассказал, что когда-то на базаре он купил машинку для делания сосисек, и сейчас все сосиски к завтраку, которые нам подавали, он все делает сам. У него их 26 видов с различными наполнениями, то есть добавками. Интересно. Кружечки, 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 кружечки. Разные кружечки. Very nice collection. Огромное количество часов, которые он собирал в течение многих лет, собирает, продолжает собирать. Самое трудное для него, как он говорит, это менять батарейки в этих часах. Также вместе с женой Ан, они собирают кружечки. Они начали их собирать с 1976 года. Сейчас это огромнейшее количество разнообразных кружечек, сольниц, перечниц. Великолепно. Конечно же, я не удержался, чтобы примерить цилиндр, который находился у него в отеле. Оказывается, ему этот цилиндр подарил один представитель, вернее, участник панк-фестиваля, который когда-то проходил в Скарборо. Из отеля открывается прекрасный вид на Северное море. Можно выйти из отеля и погулять по набережной, если, конечно, не идет сильный дождь и нету сильных ветров. Я впервые оказался в таком чудесном отеле, именно уютном, и как музейчик, и хозяева приятные. Спасибо всем за внимание, до свидания.